Нажми. А, нет, все, я уже хожу. Ты за кумусов? Да, я буду тебя Жопа. убивать. Я получил кучу экспы. Зер появился в образе сумасшествий. Фак. Prepare to die. Ах ты засранец, блин. А у тебя ник-то твой остается, да? Да. Ты увидишь, кто тебя убьет. Ты ржешь, у меня 1 800 000 хп. Где-то там. Вон, вижу тебя. Мой, ты пошел ты! Ой, ёп. Fuck you. Ты, блядь. Слушай, прикольно. Ты стойку издаешь, что ли? Такой ты, блин, шлепок. Слушай, а ты быстрый какой, а? Ну, конечно. Блин, ну ты резвый, а? Смотри, не описывайся. А мне что надо сделать? Это вот эти звездочки долбить? Ах ты засранец, ты меня сбил. Мать моя. Ты долго живешь вообще? Такая ржака. А ты просто херовый из тебя этот хумус. Кунус. Гумус. Да-да-да-да-да-да. Уйди от меня, переросток, блядь. Хера себе, 25к. Ну, тех потом сколько? Это не на все было, наверное. Засранец, давай, сливай. Мне нужна экспа. Так. Кстати, а мне зачем надо сделать? Здесь эти какие-то... Ну, здесь сундуки надо их долбать и найти кристаллы. Именно сундуки? К себе. Да, тут сундучки есть. А там, где мы были, около какой-то беседки непонятной, там какая-то звездочка крутилась. Это что это? Так, херня? Так, ты где? Ты где? Ты где? Я по центру тут чуваков гашу. А, ну отлично, не пойдет тогда. Мамка усиленная. Бьем по меткам. Каким меткам? А че мы вообще, ребята? Вас вообще кто-нибудь мочит? Нет? Ну это бесполезно практически. Но фу, всей пати, если вы скиперируетесь, у вас еще есть шанс там одного замочить. Но респ мгновенный. Так, потрачено. Мгновенный респ? По центру. Ну, вот, из кристаллов нельзя юзать скиллы и на лошадь садиться. Потому что это реально очень сложно. А его, получается, этот кристалл надо донести до того места, откуда мы резнулись, да? Нет, там слева и справа есть точки, корабли такие. Че, говоришь, 25 больно, я тут кому-то 40 зарядил. 40? То есть я еще не полный лок, а? Скилл другой. Че, на самом деле, здесь не очень рандомно рандомятся эти кристаллы, то есть есть, где они гораздо чаще, по крайней мере, появляются. Просто. Ну, сейчас как-нибудь, наверное, можно обхитрить кумусов, там, отвлечь внимание всех в одно место, там, пока кто-то будет копать в другом. Ну, судя по всему, так и происходит. О, блядь! Это твоя пришла? Жопа толстая. Да. Какая ржака, блядь. Уйди от меня нахер, блядь. Уйди от меня в жопу. Блядь, засранец. Иди нахер, блядь. Ржака. Блин. А, тупик. Блин. А, жирный застрял. Какой у тебя минус. Выходи один на один. ПВП-ли засал. Блин, ты где-то в таргете прыгаешь там. 10% хп, 20 точнее. В таргете я у тебя прыгаю, иди ты нахер, я спрячусь.
Кунилингусы нападают! Кто? Славные шлепки. Отработали по ассисту. Выходи, поиграем. Спалил, типа, да? Спалил, спалил. Ага, хер тебе. Это за тобой. Какой ты, блин. Ай, блин! Да вообще-то я не упал, я тут наверху. Что происходит? Блин. Чувак, пока ты за мной бегаешь, по-моему, наши уже несут сундучки. Мечтать не вредно. А, блин. Ёб твою мать! Беги! Ай, блядь! Иди нахер! Так-то кто там? У тебя там скиллы вообще откатываются, ну, нет? Ну да, там приличные КД. Но они не жрут ни мана, ничего, просто КД. Ты не переживай за проигрыш, тоже не чуть-чуть опыта дадут. Засранец, блин. Ну, пока все не оденутся 60 эпухи плюс 12, наверное, тут будет только редкий случай, когда Кумусом получится выигрывать. Ой, ну да, у Кумуса. Мамки идешь, молодец. Она более крутая. Да? У меня больше скиллов, а у Ешки всякие. Ну я не знал, надо было попробовать. Мамка? Да, это мамка. Ну там, видишь, по-другому выглядит. Ну эти типа детишки такие мелкие, карапузы, а она такая полноценная, кумус. Такой краснокожий. Вот где-то там сейчас было, она там была. Ебать! Что это? Там лучик стоял, кемпер, он нашел типа себе местечко, я взял его там, этим дальнобойным скиллом добил. Ну, слушай, тут один ваш кунилингус, что-то мы ему тут, по-моему, напихали так, что он что-то убегает от нас. Может, не убегает, может, он за кем-то бежит, не знаю. 600 тысяч мы сняли, лям 200 еще осталось. Hmm.
он, блин. Ну, в одиночку точно драться бесполезно. Вот если вы там всеми десятером на одного маленького нападете, у вас еще есть небольшой шанс. Ну, судя по всему, сейчас народ пробует. Ну, я смотрю, там уже этот отобрали леденец. Чего? Его... Чего отобрали? Ну, кристаллы, они леденцы называются. Каменные леденцы. Вот. Там, нет, нет, нет. Когда вы из сундука его выбиваете, его подобрать может только один из ваших, из людей. Ну вот, а если его подберет, если его этого человека убьет и... Ебать! Пришел на помощь. Да отвали ты, слушай, отстань от нас. Моя крушить! Моя ломать! Танки пригождаются, они блочат весь урон. Ну я вижу, да. Ну блин, видишь, что. Ну вот, когда тут, нас двое, это, да, мы это, же не, это же не мобы, которые там, да, агрятся на танков, да, тут же вы можете бегать куда угодно и делать да, что-то. Конечно. Да, так что роль танков тут как бы им просто повышает выживаемость, потому что они там блоки ставят, а смысл агро никакого вообще. Не, ну понятно, что не агро. Похоже, с сундучками никто, блин, не заморачивается. Вот еще тут. Какой-то человек взял от меня, развернулся, на резко побежал обратно. А, ну, в принципе, все. Вот два креста у кумусов. Одного уже будет недостаточно в любом случае для победы. В смысле, два кристалла? А-а-а, я понял. Ну, видишь, значит, кто-то из ваших их забрал, его убил кумус, и тогда он смог его получить. Ага. Ну вот, если люди открывают сундук, и там кристалл этот, они его с кумуса его не могут взять, пока его не возьмет другой игрок. А, понятно. Так, кто-то из наших получил каменный леденец. А, вы третий нашли где-то. Ну, получается, один все равно, то есть два у вас, да? Надо по-любому кого-то из вас, либо мамку, да, да, либо вас, кого-то из вас вальнуть. Да, чтобы оно выпало вообще. Но его, опять же, может кто-то из наших подобрать. Бля, ну тут мы, получается, и этот кунилингус ходит, и мамка, блин, с этим. Что за кунилингус? Ах ты засранец. Жопа, ну, памперсы. Да, это, конечно, слишком легко. Так. А, вот, слушайте, вижу, ваш тащит кристалл. Нормально, он был довольно близок уже. Был, пока я его не застанем. С кристаллом этим медленно. Ну, вот тут вообще без вариантов, короче, получается. И мы все трое с кристаллами. Кстати, впервые такое вижу. Полное доминирование. А, блин, с кристаллами мы тоже медленнее ходим. Ага. Ах ты, блин. Сорок секунд унижения еще. Uh-huh. Твою мать. Ага, короче, народ уже даже не рыпается, все. Ну да, логично. Я буду драться до последнего. Я буду стоять горой. Все 15 секунд.
Я просто так не сдамся. Меня живым не возьмете. Это точно. Кому остался живым? Все. Блин. А мне что-то игра свернула. 226 тысяч опыта дали. За победу коробочку. Меня игра свернулась, не мать. В смысле, вылетел, что ли? Да нет, просто свернулась. Я не знаю, что там было. Так.